Мне нравится, как приняли в команде. Хорошая атмосфера, хорошие ребята. Люди в клубе стараются все делать для футболистов, чтобы им было комфортно. А мы стараемся отплачивать им за это хорошей игрой. Был бы доволен, если бы мы выиграли 3 из 3, мы оступились. Но несмотря на это, перед командой стоит всего одна задача – чемпионство и победа в каждом следующем матче. Что вообще думаешь отдать? Думаю, хороший развивающийся клуб, перспективный. Хороших футболистов приглашают. Конкуренция – это нормально. И несмотря на то, что мы делим один хлеб, боремся за одно место, это не мешает нам за пределами поля быть друзьями, хорошими приятелями, вместе проводить время свободно. Но на тренировку, когда мы выходим, каждый хочет доказать, что он лучше. Pentru fiecare din noi, apa iodată, aqua unica, plină de viață.